Детишки учатся плавать в бассейне в предгорье Кавказа. Лево, вправо делаем. Вадик, ты что такое, а? Восемь занятий стоит 1500 рублей. Оказывается, попасть сюда детишкам довольно-таки сложно. И сюда идет запись на 1-2 месяца вперед. Вот так вот. Группы делятся на мальков, середнячков и акул. Вот такое у них деление. Те, кто не умеют плавать, называются мальками. Те, кто постарше, называются как-то по-другому. И дальше следующая группа — это акулы. Два, три, четыре. Третий момент. Чередуем вверх-вниз. Делай со мной. Раз, два, три, четыре. Да, давай, собирай. 20, хватит тебе. Малек, достань. Показывай. Еще одну попытку даю тебе. Давай. А ты не мешай. Вот так вот люди учатся. 20 метров проплыл, я тебе дал задание. Ты пропал 20 метров, а? Ну, давай, так. Влияй! Семья холодная останется! Достанет ли он или не достанет? Ура! Достал, молодец! Молодец! Ложи! Васька, плыви поперек бассейна 4 раза! Что? Не трамвай, а плывай! Учись плывать, человек! Иди сюда! Ложи сюда! Плохо собирай, ребёнок! Еще трогай! Я еще разочек проплыву. Ну, сына, расскажи о впечатлениях. Нет.